Всем огромнейший привет, с вами Айс, мы продолжаем прохождение такой замечательной игры, как Wizardy 8. У нас был довольно ощутимый перерыв между сериями, но надеюсь, сейчас возобновится у нас стабильный график. Бой назад не шел, кстати говоря. Возобновится, думаю, стабильный график, то есть каждые 2-3 дня будет выходить по новой серии Wizardy. И рано или поздно мы эту игру допроходим все-таки. Хотя, конечно, на самом деле у нас еще только самое начало. Ну, практически самое начало. Ага, все-таки я неправильно. Вернее, шел первый раз правильно, иду сейчас неправильно. Ну, не сейчас, 10 секунд назад. Видела я там врага, одиночную цель, если не ошибаюсь. А нет, стрелка крыл. Можно с ними биться, можно не биться, я не знаю, честно. В принципе-то можно было, наверное, пройти мимо, но с другой стороны, опыт нам нужен в любом случае, деньги нам тоже не помешают. Как бы вот так. Оба, вот это уже плохо, это уже очень плохо, то что начинают наших магов кусать. Вот, если подлетели, еще и магов успевают. Совсем не гуд, я бы сказал. Ну, бывает еще. Да какой, конечно, никакой не свет, а огненный шар, естественно, и вот так вот. Как-то. А тут, не знаю, смерч. Поехали. Их инициатива слишком большая, что-то прям быстро. Как-то странновато. Как бы у них ход был, а почему у меня дусь? Они два раза атакуют, получается, вода. А мы ни разу за это время не атаковали. Но, к сожалению, так получилось. Это немножко странно, честно говоря. Причем очень, я бы сказал, странно. Если сейчас магов будут бить, то их свои силы убьют. Ну, немножко повезло. Повезло, что магов не убили, 4000 опыта на волшебство подняла, ну... В принципе, ничего хорошего в этом бою не было. Давно не играли, наверное, как-то я плохо его провел, честно вам скажу. Ничего не могу найти. Если я не ошибаюсь, это сохранение у нас. Все верно. Давайте ничего поспим. Не могу найти. Тикс. Отлично. Слушаю. Так, давайте наложим магический экранчик, крепкую броню. В принципе, тут все. Тут зачарованный клинок у нас пошел, всевидящее око у нас пошло, мы подняли магию. Это отлично. Щит отстрел, естественно, пошел. Свет, естественно, пошел. Ну, в принципе, все. Можно сохраняться, идти дальше, если не ошибаюсь, вот в это направление. Ничего не могу найти. Надеюсь, что мы все-таки выбрали правильный курс движения сейчас. Как она будет потом? Ой-ой-ой-ой. Ничего не найдено. Опять эти. Ничего не могу найти. Летающие. Летающие существа. Ну, на самом-то деле, не страшны они. Особенно вот, хотя вампиры, блин, и жизни много, да?
Хотел сказать, не так они мне страшны, потому что... Ну, вот так вот нужно сделать всё. Знание нежити нас не будет работать. Потому что... Потому что у нас хорошая позиция, но это другие летучие мыши немножко. Они уровни побольше, жизнь у них побольше. И способности у них другие, поэтому посмотрим, как будет. Надеюсь, мы выиграем довольно-таки уверенно. Хотя, в любом случае, любая победа, если никого не потеряем, будет удачным исходом этой битвы. Так себе, конечно. Воздух, земля, сопротивление, и огнем было все равно очень мало, к сожалению, отнял. А вот они отымают достаточно много, к сожалению. Вот. Ну, не знаю, можно смерч качать же, да, дальше. В принципе. Нашему хилеру. Пытаться 14, ну, блиновато, я бы сказал. Как минимум блиновато. Плюс наши милишники всегда начинают мазать. Ну, понятно, что там сопротивление, опять же, просто качать магию только из-за этого. Ну и естественно из-за того, что милишники наши все-таки мажут. Мы, в принципе, волей-неволей вынуждены поставать магию, к сожалению. То есть. Давайте, не знаю. Конечно! Все-таки поменяем, наверное, что-нибудь. Хотя. А давайте слабую броню кастанем, а почему нет? Конечно! Подкачаем немножко магию ту же самую, да? Как мы, грубо говоря, подкачаем смерть, как у нее прокачаем магию земли. Ну, так чуть-чуть. В принципе, эту битву мы должны выигрывать в любом случае за позиции. Попал Кимич, попал неплохо. А вот фикс мажет. 5 ударов, и 7, нет, не 7. Один пропал. Очередная смерть. Слабая броня наложилась на всех. Это очень хорошо. Это действительно очень хорошо. Продолжаем качать магию, которая не очень хорошо прокачана. Террор я не буду делать, наверное, да. Вот щит стихии, а почему бы и нет. А тут продолжим делать то, что мы делаем. Все на слабую броню, например, наша лучница наша не стала бить сильнее, то есть не ударила сильнее. Вот, ну, несмотря на кучу бафов, наши милишники также мажут до сих пор, к сожалению. Ничего не поделаешь. Единица урона, ну это как-то даже смешно немножко. Вот 26, другое дело. Но единицы, конечно, это было совсем смешно. Давайте подлечим. Есть! Хотя бы кого-то, да. Ну и, не знаю, магическими стрелами попытаемся решить дело. Хотя, думаю, что мы, естественно, не добьем всех этих летучих вампиренышей, но... Покуцаем их неплохо. Ух ты, вот это фикс молодец. 47 урона, еще потом троечку. Вот когда хорошо, тогда хорошо. Понятно, что слабая броня еще действует на ней. Вот, и, конечно, я немножко сейчас, честно говоря, жалею о том, что я выбрал не трех магов, а взял лучника, потому что не хватает на заход заклинаний, которых хочу кастануть. Надо было брать, наверное, священника, епископа или двух епископов и мага, вора и двух танков. Как-то вот так вот. Но это уже как бы поздновато. 10 тысяч опыта, чудотворство, земля, воздух, все очень круто. Плюс еще крыло нетопыря. Отлично. Спим. Нетопырь, это прям какое-то прям название такое, что-то из пикника на обочине, да, Стругацких. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что они далеко, ну и хрен с ними, честно скажу. Слушаю. Давайте магический экран, 95 теология, круто.
Крепкая броня. Жалко, что земля не повысилась. Так, все вроде, да? Да. Я слушаю. Зачарованный клинок, естественно. Всевидящее око, естественно. Разум подняли. Так, щит отстрел, естественно. Сильные чары, D6, круто. Ну и свет уже, понятно. Ничего не найдено. Так, надеюсь, что мы идем правильной дорогой, как говорится. Битвы будут, и сразу хочу предупредить, что так как я эту игру прохожу, их будет много, и от битв я отклоняться не буду, и они будут медленно, не спеша пройдены, поэтому наверное, чем какой-нибудь игрок, кто проходил уже эту игру и хочет ее пройти как бы еще раз, но не так долго, то 3-4 раза дольше я буду проходить ее, ну, мне так кажется. Так, давайте слабую броню сразу кастовать. Конечно. А тут попробуем сразу паралич кастануть, где он там. Кубут уровня 7. Ну, жизни только дофига, а так, в принципе, не страшно. Если еще получится паралич наложить, вообще будет идеально. Плюс слабая броня, мы его очень быстро убьем, тут же фикус его загасит. Все, паралич есть, отлично. И слабая броня есть, все, супер. Так, тут я, пожалуй, разве что подкачать что-то, без молвия, но зачем нам это надо? А нет, в принципе, тут, ну, можно что ли что-то сделать, но щит души, например, вот так вот наложить. Тут тоже что-то можно подкачать такое, но даже не знаю что. Ну, можно разрядом энергии вот так вот бубануть. Просто не хочет после этого боя спать, поэтому не хочу ману тратить. Отлично! Ну, фикус 60 урона, еще плюс 7. Понятно, что магические только заклинания как бы действуют у меня. Ой, то есть только физатаки на ослабленную броню действуют. Но это не так страшно. Доливаем милишникам, пускай они прокачают немножко оружие, как бы. Мы ничем не рискуем особо. Ну, конечно, может очнуться и нас ваншотнуть, но я думаю, что вряд ли это будет. Седьмого уровня, то есть несложный бой сам по себе, плюс получилось сделать все, что нужно. Орбы стрелковые, мифология, кинч, меч, ближний бой, фикус, меч, двойное оружие. Нека еще и землю подняла, и стрелковый бой. Отличненько. Так. Если я не ошибаюсь, идем мы в верное направление. Вернее, держим верный курс, а куда придем, это уже непонятно, наверное. Потому что, честно говоря, то игру я смотрел, вот, но не помню какие-то такие подробности. Просто когда ты смотришь и играешь, немножко разные ощущения. Вот, и, честно говоря, даже не знаю, куда я иду, что там будет. Когда приду, скорее всего, узнаю, да, что-то там. Но пока что вот ух ты, лист падал. Вы видели, как медленно падал лист? Листочек, вот он. Прикольно. Как-то раньше это не замечал особо. Так, Тринтон у нас там. Смотри, тварь, следуйте за мной к победе! 98, всего лишь 7 этих, ну ладно. Если Сига мы как бы убираем, этот маг, да, у нас. 4 уровня, то мы не в позиции, вот что плохо, то есть... Были бы мы спиной к стене, я даже элементария, вызванного Сигом, там не боялся, например. Сиг применяет пирона отряд, и, к сожалению, он благополучно у некоторых наших бойцов проходит. Давайте как-нибудь вот так вот сделаем, а тут нам нужен срочно щит разума. Щит души, вот он, если я не ошибаюсь. Поехали. Сложно будет. Сейчас могут Мадеи окружить просто и задолбать нашего мага, например, да, Неку. Вот, но... Не знаю.
Позиция хреновая, я согласен. Очередной террор на отряд. Это очень плохо, что мы милишников наложили на двух. Хорошая магия. Щит стихий. Есть. Слабую броню бы еще, да, но у нас нет возможности эту слабую броню накладывать. Вот в чем самый, наверное, такой большой подвох, к сожалению. То есть нам сейчас выбирать. Ангела-хранитель накладывать на Нека или накладывать на Кенича. Кенич проснулся, поэтому, наверное, будем накладывать все-таки на нашего мага. Тут повторяем заклинание и надеемся, то, что мы их сейчас убьем. Коцанные, конечно, благодаря огненному шару. Ай, неприятно. 7 уровня, да, как казалось бы, посредственные сапи, ну они так в принципе и есть, и будут позиция такая хорошая, они бы и были очень посредственные, особенно если еще без мага того, но Кенич какой-то совсем слабый урон наносит, вообще просто никакой. Вот террор должен провалиться, ну как мне кажется. Пошел огненный шар, прошел очень, в принципе, неплохо, я бы сказал. Очень неплохо. Ну, к сожалению, у меня больше нету заклинания огненного шара. Вот в чем главная беда. То есть, если бы еще раз кастануть... А, нет, есть. Есть, но... Конечно. Но... А давайте я рискну. Смерч. Как-то вот так, вот так. Есть! То есть не буду лечить никого, а именно ударю нашим хилом массой. В принципе, жизни у нас довольно-таки много у всех, поэтому риск такой, ну как бы, не совсем там, чудовищный, но... Ну понятно, террор на всех и на весь отряд, без эффекта, отлично. Мадай минус. Черт! Мадай минус, осталось 3 всего. Тут не добьет, к сожалению, не добьет. Это было абсолютно понятно. Звук ужаса я могу на них как-то кстануть, не знаю. Конечно! Лечение, давайте, наверное, подлечимся. Еще этот маг далеко стоит, потом за ним бежит. Ой, фикуса, я не... Ошибся, кого лечить. Отличный минус. Куча когтей. Ну так вот, в принципе, действительно посредственный соперник мне кучу неприятностей доставляет, к сожалению, огромное. Все отошло. Но это так оно и есть. Это так оно и есть. Есть! Не есть, погоди. Лечение фикуса. Фул. Есть! Магические стрелы. Так, так, конечно. так. Есть! Поехали. Ну и? А. Я ход не отдал. Я ранен. Извиняюсь, я знаю. Поехали. Ну добей ты уж 3 хп-то. Ужас какой. Что это? Магические стрелы, короче. Ну добей, сука. 4000 опыта всего лишь. Ну, а что? Ничего не найдено. Да, 4000 опыта. А что-то лежит, давайте возьмем. Угу. Дубинал. Он же булава. Ничего не могу найти! Да знаешь, что ничего не можешь найти. Так, куда это? Это у нас арника. А Тринтон, простите, у нас вот там, да?
Нам в Тринтон надо. Мы, в принципе, туда шли и собирались, и пойдем. Единственное, только надо забиться в угол, встать спиной к стене и поспать. Готовьтесь к битве. Я их не вижу вообще. У нас что, все эти, как его, в инвизи, что ли? Или они так далеко заметили? Ну, просыпы. Офигеть. Просто офигеть. Как они далеко жесть. Ладно, я попробую с ними побиться, все-таки магия у нас как-никак не восстановилась. Вся не в должных количествах, но восстановилась. Позиции у нас как бы тоже есть. Это радует. Это очень радует. Так, давайте сначала делать стандартные вещи, как благословение, как щит. Стихи, пожалуй, да, так совсем слабенький. И ждем, пока они подойдут ближе, потому что слишком далеко как-то они согрелись, там совсем далеко. И, конечно, вот дредноуты, да, которые были животными, раздражают очень сильно. Воздуху 70, земле сотня просто сопротивляемости. Вот, и 240 хп, 11 уровень. Будет 6 штук. Это просто ужас. Это настолько неприятно. Просто очень и очень и очень и очень неприятно. Еще и ловчая еда брызги. Ну ёб красота. Кто выделит? Тоже воздух и земля. Не знаю. Можно попробовать наложить, конечно, слабую броню на них будет потом, ну а наложится ли она? Я, честно говоря, большой вопрос. Я бы сказал, даже огромнейший вопрос. Да, щит души нужно накладывать. Магию терять не хочется, да, как бы, ну. Крепкая броня есть, очарованный клинок есть, действительно есть, щит отстрела есть. В принципе, можно кастануть смерч попробовать, ну как вот. Есть! А тут магические стрелы, потому что они в любом случае подойдут, скорее всего. Конечно! Да, эффект будет не очень сильный, но огонь пока тратить я не собираюсь. Огонь и слабую броню я буду тратить только в последнюю очередь. Боюсь, наши милишники просто даже в такой офигенной позиции не справятся с ними. Нам нужно будет лечиться. А у нас очень мало очков магии именно для тела осталось. Еще и стрел нету. Вот это самое печаль. Я же стрелы не купил, наверное, да? Нашему 22 стрелы всего лишь. Я мог стрелы не купить в арнике, а? Я что, идиот, что ли? Как я мог в арнике не купить стрел? Это ужас. Да просто тихий ужас. Ну это реально ужас. Это очень плохо. Я сказал, это ужасно плохо. Потому что, блин, это... Ладно, слабая броня, короче, поехала на... Слабая броня. Еще подожди. Слабая броня. Что, вот так вот, что ли? Накладываешься. Слабая броня. Ну ладно. Конечно. Слабая броня вот так накладывается. Щутим как-то. Подождите. Давайте еще раз. Слабая броня. Конечно. Окей. Так. Теперь возьму я
смерч. Давайте, наверное, еще раз смерчик станем. Поехали так. Еще и сорняк где-то один. Вот он затесался в эту банду дредноутов и ловчих ядобрюдов. Ну сколько у них хп, это ужас. У них очень много жизни. Просто ужасное количество для меня. Ой, я забыл снарядить-то нашему этому стрелами, нашему ханку. Это будет очень печально, что без стрел она. Как же это? Же стрелы-то не купил, а? Хотя бы простые, любые. Твой идиот, а? Слабая броня наложилась на всех практически, ну, на всех, кто был по радиусу. Это неплохо. Это очень неплохо. Так, теперь можно, в принципе, главное оружие применять, которого на самом деле-то и нету. Которого как бы и нету. Потому что магии земли как бы нет. Хорошо. 15 урона по фикусу. Очень неприятно. Огня нет, то есть. Нам нужно его магический нектар будет пить, которого у нас опять же, скорее всего, есть, но мало. Либо пытаться убивать их как-то по-другому. К сожалению, мажет. Ну, а магия точность повышающая. Вот так вот чисто прям. И магия точности. Было бы круто. Понятно, что я добыл, как мы убьем это. Это понятно все было. Это все было понятно. Прощи у нас даже нет, да, походу, дела. Да, блин, я беру эти сразу, что. Настройка тени. Настройка тени. Понятно. Лекарь-целитель, знахарь там. Принтер, болезни, целитель, дракон, скорость, тени. У меня нету магического нектара вообще. Еще у нас и тошноту навели, ну, супер. Просто вот что могло быть, блин, лучше, я не понимаю. Конечно! Блин, как тошнота, блин. Ох-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Давайте фикусы немножко подхилим, ничего еще не было. Ай, десятка, а? Десятка, это плохо. Сто сорок хп, даже одного еще не убили, не убьем. Скорее всего, сон, естественно, не подействовал никого. Было смешно. Смешно, думаешь, что сон на кого-то подействует. Ну, это звук ужаса, ну, может быть. Общий отдых, ну, может быть. Есть!
тебя хп 40. 12 уровень, сорняк, офигеть. Сорняк 12 уровень. Если Фипс не будет бить вот так вот каждый раз, там заход 30-50 снимать, ничего не получится. Вообще абсолютно ничего. Вообще ничего. Прекрасно нужно понимать. Конечно. Блин, давайте подышим, ну, я не знаю просто, что делать. Просто вот у меня есть, да, познать ловушку, узреть ловушку, все. Я могу без молвы пытаться наложить на него, но я просто не знаю, какую магию мне применять. Нет ее. То сейчас нужно хилить, пока что рано кого-либо. Ну, можно было кинуть, но маловато. Пытаться в следующем ходу будем хилить. Ну, мажет, видите, наш лишник мажет. Я что не могу с этим сделать? К сожалению. Ну, подышали, ну там по 7 урона нанесли. Немножко смешно. Выглядит. Конечно! Можно. Есть. Куда ты уходишь, ты трус? А! Вместо, естественно, тут же встает другое. Это понятно абсолютно. Это не убегает, да ладно. А чего убегает? Ну да, жизни у вас мало. Какого хрена вы здесь убегаете? Все, уже мага стали пробивать с этой стороны. Что ты будешь делать? А если достают мага, то мне срочно нужен ангел-хранитель миллионного клана. Срочно. А потом Тарс уже в следующем бою лечит. Другого варианта нет. Не дано. Один стиран. С одной стороны не так много, а с другой стороны, когда у нас милишники машут, когда их шестеро. Когда мы не убили еще даже одного этого дредноута. К сожалению, растение это живо еще. Одно хп, это, конечно. Это чудеса просто какие-то. Ну, хотя бы там. От яда сдох, если я не ошибаюсь. А еще раз звук ужаса. Я не знаю, что тут делать. Ну как что-то делать? Нужно лечить. Естественно, надо лечить. Ну, как лечить? У нас очень мало манны осталось. Огонь, который мог бы нас спасти. У нас его тупо нет магии огня. По Фипсу нанесли просто 30-27 урона. Ужасно. Просто ужасно. Ну, сейчас он, в принципе, наш главный ДПС. И все, тошнота на все. До свидания, давай. Фипс мажет, естественно. Естественно. Да, убили одного до другого. Да, нужно хилять. Да, нужно хилять теперь Фикуса, естественно. Возможно, хилять еще раз. И опять же Фикуса. А можно опять бить звуком ужаса по всем. Не знаю. У меня удивление возникло от того, что нет магических нектаров. Это, честно говоря, я не ожидал. Чем не ожидал совсем. Я думал, что у меня есть как минимум парочка магических нектаров, которые восстановили магию, ну бы вот 54 урона. Вот так всегда и надо. Может, тебя не хилить, а? Ты меня будешь по 54 бить? Заход. Сейчас, кстати, простите. Так. Теперь у нас следующая магия идет. Следующая магия — это магические стрелы. А, нет, это не магические стрелы. Это слабая броня, причем... Вот так. Конечно. Как он достает до дамагов до наших? Да. 59. У нас есть шансы. Ну, если наши личники будут стабильно попадать. Если они будут стабильно попадать, вот особенно под слабую броню, у нас будут шансы выиграть.
кажется, же они этого делать не хотят и не собираются. Но вот шансов очень-очень мало. Так, магические стрелы, поехали. Хил. Я думаю, что нужно лечить. Наверное, все-таки фикуса. Есть! А вот ей лечить нашего хила. Отлично, хил прошел. Кенич попал, не попал, слабо. Вот, фикус 16-27, давай. Нет, к сожалению, нет. Минус. Супер. Так. Я думаю, что нужно повторить, безусловно. А тут пора общий отдых заюзать. 12, я думаю. Это у нас общий отдых. Есть! 18. Попадаем, отлично, попадаем. Больше нечем. Ну, жалко, что больше нечем. Отлично! Должны быть в стуме, чтобы общий отдых я кастанул. Еще один дендроут, минус дендроут. Спасибо нашему магу. Только манна у нас, в принципе-то, кончилась. Остался только террор и... Нафиг кто нам бы нужен был бы, наверное. Они же будут от нас убегать. А нужно ли нам, чтобы от нас убегали эти три подранка? В принципе, нет. Нам нужно, чтобы наши милишники попадали. Блин, стоит так, что даже следопыт по нему может быть. Вот что плохо. Фикус мажет все подряд. Хорошо, что Тац хотя бы попала. Но... Конечно! А чего, конечно, ты погоди. Какая броня. Давайте, наверное, еще один общий отдых с костюмом. А тут слабую броню с костюмом. Пускай такая она будет недолго действовать, если она наложится. Да? Но главное, чтобы она действовала. Попадать надо фикусу. И чекусу с кулака на 4. Фикус, ну, ну. Нет. Нет. Еще раз. Слабая броня. Отлично. Общий отдых. Отлично. Применяем предмет. Зелье знахарки. Применяем предмет. Зелье знахарки. Магии нечего использовать, видите. Может быть, Тацну было тоже зелье знахарки применить. Я подумал, что нет. Отлично, давай, добивай. Ну, добивай ты его, пока слабая броня. 3 хп, да ладно, вы шутите, да, минус. Осталось двое. Осталось двое, это очень хорошо. Причем 81 хп и 114. То есть не так на самом деле все и плохо. Вполне мы можем существовать. Правда, пацан, наверное, подхилять сами себя, но как-то я обрадовался, что осталось не понимаю, что ли. Фикусу нужно просто попадать вот так. К сожалению, он попадает слишком редко. Да. Вообще наши милишники немножко, кроме фикуса, вообще разочаровывают всех в плане урона. Примените зелье лекаря. Привет, зелье лекаря. Пожалуйста. Есть! Ай! Ай! Ну что, ничего, сейчас подхилим. Йоу! Ну что это за... За фигня началась? Попадай, еще раз. Ну попади! Еще. Молодец! Добить! Нет. Добить! Добить! Да ёл, вы что, издеваетесь, что вы все будете по ней бить?
Минус, отлично. Хороший бой. Хороший такой, сложный, но позиция решила прежде всего, конечно. Ну, еще не решила, потому что еще не оставил хп, надо как-то снять. Если фикус будет попадать, то у нас не будет с этим проблем. 27. Ну, еще. Ну, нет. 27. Ну, еще пятер. Хорош. Еще 12. Отлично. Остается 47 хп. Теперь фикуса проблемы с ТПшками. Пусть не задет. Отравили, нормально, фикус, попади, отомсти. Может, нам стоит передохнуть? Хотя я про отдых-то забыл совсем. Совсем забыл про отдых. Пожалуй, надо отдыхать. Общий отдых. Поехали. Нет, нет, только только не убить. Отлично. Попасть лично просто. Просто супер. 15 тысяч опыта. Тац, новый уровень. Ичи, новый уровень. Кинич, меч, кинжал, скрытный фикус, меч, крит. Лук, миф, ну, в общем, псунека, броски и проща, стрелковый бой, мифология, волшебство, магия воздуха, земли, чудотворство, сильные чары до 8. Супер. Сейф. И спим. Хотя там на горизонте вражина какая-то была. Надеюсь, она испугается после такой победы великой нас. Еще шутите что ли все? Ну совсем все шутите что ли? Сколько у вас хп, товарищи маки? Тихо, что здоровье. Первый прибавляй. Давайте, не знаю, Shift F4 нажмем. Еще не могу загрузить его, что ли? Shift F4 не работает? Будет такое, может. Клавиатура. Выбор персонажа, очистить, все хранить, бежать, открывать берсерк. Это все не то. Быстрое сохранение, быстрая загрузка. Shift F4, ну и... Пожалуй, так. Какое-то место такое неудачное для ночлега выбираем, правда? Нападают и нападают. Нападают и нападают. Надо какое-то другое место найти, может быть, вот тут. Еще не хочется биться сейчас в смысле. Совсем-совсем не хочется. Давайте еще поспим, манну полностью установим. Отлично. Ну что ж, у нас естественно сила и живучесть тут. Как бы тут вариантов других нет. А, из магии. Да я не знаю, даже честно. Что мне тут брать? Ну ничего мне тут брать. А, двойное оружие, пожалуй, ближний бой, пожалуй, мечи, пожалуй. У нас подвижность, ловкость. Ну, давай сон возьмем, в принципе. Разведка, стрелковый, нет, не ближний, стрелковый бой. Луки, наверное, не буду, чудотворство возьмем, качаемся. Что ж, теперь будем бафаться. Раз. Два, 40 земля, супер. Я слушаю. Клинок, всевидящее око. Чары поднялись еще сильные, это очень хорошо. Свет. Ну, вроде все. Да, да. Тоже на этом всем огромное спасибо, кто смотрел.
С вами был Айс, и всем пока-пока.